А потом, кстати, когда я уже буду делать верх, я обязательно кисточкой буду промазывать боковые стороны, потому что боковые стороны будут у меня отделаны печеньем. Как ты это делаешь? Что, как это дочек делать? Ну так. Вообще-то я тоже хочу такой дочек. Привет всем, ребята. Мама хочет и дочек сделать. Но я какой-то дочек читок увидел, а мама мне дочек сделает. Я... В общем, смотрите, взяла коржик. И вот мой крем, который постоял в холодильнике, стал такой достаточно густой. Я его буду теперь намазывать. Потом, кстати, в общем, промазали тортик первый слой. Супер-пласт. Да, потом можно вот так посыпать немножко грецкими орехами. Я тоже хочу посыпать. На. Алис, надо чуть-чуть, но немного. А чуть-чуть. И дальше можно же немножко присыпать печенюшкой. Шоколадка будет у нас в конце. И потом я буду выкладывать слоями фрукты. Сейчас выложу, покажу. Вот я выложила все фруктами. И, собственно говоря, он может быть кисленький, поэтому возьмем, присыпем чуть-чуть сахаром, потому что все фрукты, они свежие, они немножко кисловастенькие. Поэтому, в принципе, можно немножко сахарку. Все, Алиса. И еще покапаем крем. Ты что делаешь? И все эти фрукты еще раз сделала с кремом. Ну и как бы следующий корж пошел. Кстати, компот я тоже варю из персиков, абрикосов. Он такой получается прозрачный, вкусный и прикольный. Я добавляю туда просто фрукты, да, даже целиковые могу добавить, сахар и все. Хулиганка, она мне тут взяла сахар, короче, набросала, я сейчас вытирала. Да, хулиганка? Решила сама делать. А я мама. Угу. Я тебе делаю. Дочка мне делает торт. Вот, кстати, ой, извини. Вот компот стоит. Вот он такой прозрачный. И он очень прикольный из фруктов. Точно так же, ой, вот можно разрезать, накидать. Я целиком люблю бросать прям. Это у меня второй уже слой пошел. Сейчас его тоже замажу кремиком. Так. Алиса, хватит есть банан. У нас третий заключительный торт. Ой, фу, корж. Самое сложное для меня, это вот когда уже, в принципе, готов весь торт, ты берешь печенье, да, и присыпаешь бочка. То есть у тебя бочка должны быть вот такие вот. Алис, можно не дуть? Извините за то, что кричу, что уже устала. Ой. Вот так делаешь. Вот в таком виде у меня торт. Это грецкими орехами я закрываю грань между печеньем. Здесь у меня побольше крема. Добавила 2 ложки. То есть раз уже намолола, называется, придется высыпать все орехи. Не люблю оставлять, потому что неизвестно, буду я там что-то делать, не буду потом. Это дело такое творческое. Вот захотелось тортика, да? То есть это еще легкий вариант, потому что я не пекла коржи. По идее, еще печь коржи надо. Так, украшаю. Бананы, клубника. Так, осталась у меня голубика.
Бубику тоже надо обязательно воткнуть. Я решила не зарезать голубику прямо целыми ягодками. Ну, так вот у меня получилось. И напоследочек у меня тертый шоколад. И шоколад я вам показывала, какой необычный. То есть он там с печенькой, с карамелькой. В общем, вот мой тортик, вот так он выглядит, на самом деле очень красивый, я думаю, что офигенно вкусный, его сейчас просто поставлю в холодильник.